Днепропетровская областная библиотека пополнилась специальными книгами для людей с проблемами зрения. Первой книгой стала детская сказка «Лисичка и журавль». Ее можно прочесть не только глазами, но и руками. Помимо этого, в книге есть украинская азбука в шрифтом Брайля, которую смогут прочесть как дети, так и их родители. А иллюстрации, выполненные художницей Еленой Вишневской, обведены точечным контуром для тактильного восприятия. Таким образом, зрячие родители смогут помогать своему ребенку изучать алфавит и осваивать специальную технику чтения.